Здравствуйте, уважаемые участники конкурса, зрители и жюри. Меня зовут Вера Подкорытова. Я представляю на этом конкурсе триптик своих работ «Рождение новой эпохи». Все три картины выполнены в стиле квантового импрессионизма. В этом видео я хочу сделать акцент на своей второй работе. Здесь уже момент рождения произошел, то есть энергетический всплеск вы видели в первом полотне. Во втором полотне энергии уже стабилизировались, они более гармоничные, то есть на данном этапе уже появляется гармония. И все идет к тому, чтобы эта гармония стала постоянным, константным состоянием. Как дальше будут идти и развиваться эти гармонии, вы увидите в моем третьем полотне.